Ребята, у меня видео... Ну, сейчас снимаем видео дальше, потому что это вторая часть. Что у меня видео, то вылетело, поэтому дальше делаем. Все. Это фигня какая-то. У меня еще есть ластик. Тут какой-то. Я уже приболела как-то. Ну, все со мной норм. У меня тут есть подделки шейка и моего кота. Сейчас я быстренько ставлю свой блокнот. Калькулятор у меня есть. Это полезная штука. Говорю сразу. Сейчас. Да ё-моё, что у меня тут с этим? Там какая-то какашка была, я ее выкинула. Еще у нас такая картинка есть у меня. Это мы с Ильяной, я у нее в гостях была. В гостях. Если смотрите мою ЛП, то вы наверняка видели видео, где мы Пусиджи, ну, писал, это видео снял, короче. Еще у меня такое видео, которое мне не нравится, она засняла, что не хочет показывать, как она мило играет. Да просто я в детстве тогда мечтала о такой игрушке и не могла ее купить, потому что у нас денег мало будет тогда. Сейчас мы типа миллионеры. Трэш! Да. Господи, помилуй, это тут сюда. У меня тут ежик такой интересный, который карандашами. Ну и еще тут можно. Так. Вот это. Семейного дерева я делала, только у меня не получилось его сделать, поэтому, к сожалению, плохое. Ну вот, не цель. Вот. Пока. Завтра точно будет лучше, чем вчера. Я есть мой кошелек. Есть игрушка Болтус. Посажу его на столичку. На штучку. Так, у меня тут на моем любимом месте скопилось много-много-много разных фигней. Поэтому нужно это все убрать. Немедленно. Мне, блин, все тут перекосилось, не попало.